Всем хоба, с вами Вова. Дело в том, что недавно вышел новый ивент в Roblox, а именно ивент, посвященный Годзилле. Это в честь того, что 30 мая выйдет вторая часть Годзиллы в кинотеатрах. Годзилла 2, короче. Первая часть была в 2014, и в первой части главным героем был какая-то выдуманная фигня из Half-Life. Но тут уже берут уже злодея, который был в Годзилле, а не выдуманного. И тут, короче, главным злодеем будет Гидра, трёхголовый дракон. Как я помню, в старых частях он был в виде робота, в новой он будет как реальный дракон. Реально трёхголовый дракон. Трёхголовая Гидра. Вот Гидра Хэд. Можно в каталоге бесплатно получить. Его можно надеть на свой скин. И Годзилла компаньон. Он будет ходить рядом с вами, если вы его наденете. Вот так вот он выглядит. Прикольная 3D-моделька главного героя Годзиллы. Ну, неплохой ивент. Здесь хотя бы ничего не надо делать. Халява. И просто Гидра, главный злодей и главный герой Годзиллы сразу на ваш скин. Прошу прощения за маленький экран, просто это ивент по Годзилле. Ну а с вами был Вова, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, и до новых встреч.